В Ульяновске открылась поистине уникальная выставка. Все дело в том, что на ней представлены оригиналы картин с 17 по 19 век. А написали их основоположники жанра натюрморт – художники из Голландии, Фландрии, Италии, Франции и Германии. Экспозицию так и назвали – предмет, образ, смысл – западноевропейский натюрморт. Всего 34 произведения, которые позволят проследить, как развивался предметный жанр. А предоставил экспозицию Государственный музей изобразительного искусства. Очень интересно, наверное, будет то, что вначале голландцы назвали этот жанр «Stilleben», а по-немецки я переведу «Stilleben», «Штиль», «тихая жизнь». Это была тихая жизнь, хотя были сорванные цветы, сорванные фрукты, битая дичь, опять же книги, ручки перьевые, да? И потом уже в 18 веке этот натюрморт получил название, которое мы сейчас знаем. Натюрморт – мертвая натура. Натюрморт – это не только цветы и фрукты. Помимо красивых букетов и аппетитных плодов, на выставке ульяновцы смогут увидеть охотничьи композиции или, например, вот эти письменные принадлежности. Еще одна разновидность натюрморта. Уникальные шедевры, потому что они не в себе заключают колоссальную детализацию, которую можно рассматривать часами. Но больше всего подбадривает интерес то, что они включают в себя не только красивый натюрморт, но и скрытый смысл, некое философское высказывание. Совершить путешествие по разным эпохам и странам можно по 19 ноября в Музее изобразительного искусства 20-21 веков.